Всем доброго здоровья, Тольский Майдан, Ефим Деряев. 8 мая у нас сегодня на дворе, время 11 часов 30 минут. Ободняло, стало потеплее. Ну вот, хочу показать, как пчелы берут воду. Второй день экспериментирую, мне очень интересно, как они так справляются. В общем, ведро опрокинуто на вот этот лист фанеры, без всяких отверстий, без всяких причуд. Вода удерживается внутри за счет атмосферного давления, но пчелы своими хоботками подлезают между ведром и фанерой, воду берут, ну и запускают воздух внутрь. Вот это вот они сегодня опустошили за вот эту половину дня. Сейчас у них более активный сюда прилет, и пошла вода вообще очень быстро убывать, только пузыри успевают подниматься. Класс. В чем тут прелесть? В том, что тепло, им здесь проще взять. Фанера от солнца нагревается. Да, она реально на ощупь даже теплая. И внутри ведра парниковый эффект тоже согревает воду. Не сразу говорю, ничего не сластил, ничего не солил, просто вода. И вот так это хорошо работает. В общем, пчелкам радость. Есть где водички взять.